дочка. Оказывается, есть еще похуже разлуки. Я думала, что единственной проблемой будет тоска по нему. Но оказалось, что проблемы нескончаемы. То были прекрасные дни. Смотри, Илья заженился. Но теперь и мне придется выйти замуж. Посмотрим, насколько нас отбросит друг от друга судьба. Посмотрим, что еще на очереди. Дочка, ты же не по-настоящему женишься. Не огорчайся так сильно. Ты делаешь это только, чтобы обрести покой. Ничего же не изменится. Разве господин Джамшид обидит тебя сознательно? Переживешь эту ночь и бракосочетание, а потом будет проще. Потом все будут жить своей жизнью. Никто не посмеет вмешиваться и нарушать твой покой. Будешь растить ребенка, заниматься работой. А если ты думаешь об Ильясе, не думай о нем. Он свернул с дороги. Пошел своим путем. Как я отблагодарю Джамшида за его добро. Ты посмотри, какой он взял на себя ответственность и груз ради меня. А теперь ему еще и брак навязали. Для него так даже лучше. Он жил здесь совсем один, как дикий, снежный человек. Ни слова не говорил, ни на кого не смотрел. И вот как он изменился. Он ожил, обрел смысл. Он счастлив, обрел покой. Вы подарили ему радость. После стольких лет горя Всевышний словно дал ему ребенка, которого отнял. Привязал к нему. Если бы ты уехала, он бы уже не оправился. Именно тогда бы ты причинила ему самый большой вред. Клиенты приехали, я побегу. Прошу, проходите. Ладно, это тот еще идиот. Попался на удочку подлой женщины. А мой муж? Он осознанно пособничал ей. Асия. Вы в порядке? У вас жар. Я сейчас смерю вам температуру. Я срочно предупрежу врача. Наверное, господин Илья заразил вас. Одну секунду. Хелин, привет. Только что произошла крупная неприятность. То, что тебе совсем не понравится. Что опять стряслось, Омер? Вы не можете обойтись без меня и двух дней? Не в этом дело. Ильяс обо всем узнал. О чем ты говоришь? Что он узнал? О том, что ты не больна. Моя деловая жена залезла ко мне в телефон и узнала, что я не разговаривал с Суной. Она позвонила Суне, а та спросила, какая операция. И тогда все покатилось с горочки. Да уж. Ладно. Я не в состоянии говорить. В результате все знают, что ты разыгрывала спектакль. Что ты мелешь? Приди в себя. Что за бред ты несешь? Что значит знают? Ты не мог сказать, что я придумала эту операцию, так как не хотела, чтобы ко мне приезжали? Как ты мог сознаться, что я не больна? Что ты делаешь? Мне пришлось признаться. Послушай, не наезжай на меня. Я был загнан в угол. Нужно было придумать нормальный план. Ясно? Конечно, Ильяс разозлился, когда ты сказала ему не приезжать. Этого и следовало ожидать. Ладно, ладно, я еду. И, кстати, тебе конец, Умер. И я отниму у тебя все, что давала все это время. Ты должен поплатиться за свою бестолковость. Я думаю, что у тебя проблема посерьезнее, чем у меня. Посмотрим, Умер, посмотрим. Ты сама виновата. Как ты могла доверить свою жизнь такому придурку, как Умер? Разве Ильяс теперь поверит мне? Ни за что в жизни. Проклятие! Проклятие! Не волнуйтесь. Лежите спокойно. Это из-за высокой температуры. Госпожа медсестра возьмет у вас кровь, сделает анализ. Выздоравливайте. Thank you.
Не вставайте. Я отвечу. Его мама звонит. Добрый день. Я медсестра Гюлис. Вашему сыну немного не здоровится. Он лежит в нашей клинике. В больнице. Что случилось с моим сыном? Что случилось, мама? Хорошо, я сейчас же выезжаю. Сибель, твой брат заболел. Его отвезли в больницу. Я срочно еду к нему. Подожди, я с тобой. Подожди, мама. Ты останешься дома, Сибель. Я еще с тобой там не возилась. Что за муки? Что за муки? Вы все создаете мне проблемы. Ладно, пригляди за домом. Позвони, хорошо? Хорошо, позвоню. Пока. До свидания. Всего доброго. Приходите еще. До свидания. Ждем вас снова. До свидания. До свидания. До свидания. Асия, взгляни-ка. Как господину Джимшиту идет костюм. Настоящий жених. Тетя, не смущай человека, пожалуйста. Вот пришлось купить. Асия, ты тоже собирайся, поедем, пока не поздно. Купим что-нибудь на рынке. Нельзя приходить к твоим родителям с пустыми руками. Хорошо, сейчас соберусь. Ты шикарно выглядишь, господин Джимшит. Как тебе к лицу? Всегда так одевайся. Тебе очень идет. Конечно. Тогда и ты надевай на работу деловой костюм. Я все оформил. Бракосочетание завтра утром. Отлично. Как быстро все улажено. Желаю удачи. Ты и Ирфан будете свидетелями. Ты согласна? Ты еще спрашиваешь. Согласна, конечно. А ты все забавляешься. Ладно, я пойду переоденусь, чтобы людей не смешить на рынке. Асия! Не смотри за три или за пять. Немедленно продавай, ладно? Это срочно. Срочно! Умер? Что с тобой? Где ты разбил нос? Присядь. Ничего себе. Умер, с кем ты подрался? Скажи, не томи меня. И что ты продавал по телефону? Не задавай вопросов. Я лишь скажу, что все кончено, ясно? Песенка спета. Это конец. Здесь скоро разразится буря. Срочно принеси мне счета и банковские книжки. Давай, давай, скорее. Скорее, я жду. Живо! Скорее! Наверное, нужно купить кольца, да? Как тебе эти? Примерь. Мы возьмем эти. Давайте я взвешу.
Выздоравливайте. Салиха, почему вы все неожиданно слегли? У сыночка сильный жар. Что сказали врачи, Салиха? Я даже не поняла. Сказали, что у Ильяса начинается пневмония. Упаси Аллах. Он пробудет здесь пару дней. У меня тоже поднялась температура. Ужас. Что нам делать? Как быть? Какой кошмар. Ильяс. Ильяс. Ильяс, сынок. Не слышит. Я этого не вынесу. Я пойду и поговорю с врачом. Я скажу, чтобы эти фотографии убрали с витрины. Конечно, откуда им знать, что мы развелись? Выходит, нужно быть благоразумнее, когда фотографируешься. Хорошо, я загляну сюда и попрошу убрать. Хелин. Алло, Хелин. Как здоровье, дочка? Когда у тебя операция? Хелин, мы, к сожалению, в больнице. У Ильяса очень тяжелый грипп и очень высокая температура. Смотри, проснулся. Ильяс, ты с ума сошел? Ты с ума сошел? Наверное, ты не себе из-за жара. Хорошо, что не сломался. Алло. Хелин, ты меня слышишь, дочка? Хелинчик, что у вас случилось? Илья сбросил телефон на пол. Я очень расстраиваюсь из-за вас. Вас как пить дать кто-то сглазил. Да что с вами такое? Ты спятила? Наверное, вы заболели бешенством. У вас у всех помутнение рассудка. Что вы делаете? Не разговаривай с этой женщиной, тетя Фатма. Она лгунья и притворщица. Она всех нас провела. Она ничем не болела. И нет никакой операции. Она все это придумала только, чтобы женить на себе Ильяса. Все это время она разыгрывала спектакль. Все эти обмороки и приступы были притворством. Она подговорила своих работников. Мол, вы так скажете, и вы это сделаете. И в первую очередь моего дурака мужа. Тетя Фатма. Кажется, у нее шок. Постой-ка, погоди минуту. Я не поняла, Салиха. Так получается, Хелин не больна? Нет, она врала. Она не умрет? Боже мой, хвала Аллаху. Он вылечил нашу девочку. Она никогда и не болела. Ее нечего лечить, тетя Фатма. Ну, послушай, дочка. Выходит, как сильно она любит моего сына, что прибегала к подобному. Иначе знаешь что? Ильяс никогда бы не прозрел и не женился на ней. Какая, оказывается, она преданная и хорошая девушка. Бедная. Значит, это все, что ей оставалось. Салиха, если женщина готова так уронить свое достоинство, то нужно сесть и основательно, и серьезно подумать над этим. В любви нельзя собраться и уйти, как твоя подруга Асия. Любовь требует борьбы, усилий. Вот умничка. Я очень одобряю нашу Хелин. Молодец. Молодец, Хелин. Я не верю своим ушам. Подумать только. Госпожа Салиха, ваши анализы готовы. Врач ждет вас у себя в кабинете. Но теперь все открылось. Ильяс уже никогда не простит ее. Thank you.
До вечера. Госпожа невеста, добро пожаловать. Я смотрю, вы очень счастливы. Ну, а как же иначе? Вы развелись 3 дня назад и тут же надели на палец кольцо. Чего я тебе желаю? Хелин. Омир, ты расскажешь, что произошло? Сколько тебя уговаривать? Если обо мне спросят, ты меня не видел, ладно? Друг, что ты затеваешь? Расскажи мне. Я потом тебе все расскажу, Джим. У меня сейчас нет времени. Ничего не понимаю. Уснул. Он с папой. Он присмотрит за ним. Хорошо, помоги нам. Мы опаздываем. Зачем вы все это затеяли? Какая необходимость? Человек впервые придет к нам. Он будет нашим зятем. Мы не хотим сесть в лужу. Чем больше уважения девушка выкажет жениху, тем больше будет ее вес в доме. Но кому я это рассказываю? Ваш поезд уже ушел. Сестренка, в твою дверь снова постучала нежданная любовь. Вместе с папиным приходом. Мама, твоя дочка постоянно совершает безумство. Не говори глупостей, Пек. С самого утра несешь всякую чушь. Ей впервые в жизни улыбнулось счастье. Легко ли остаться одной с ребенком? Лучше порадуйся за сестру. Она полюбила и достойно выходит замуж. Тебе бы больше понравилось, живи они вне брака. Хватит, замолчи. Я верю ей. Еще бы мне поверить, мама. Надеюсь, что ты права. Но мне кажется, что правда совсем в другом. Надеюсь, потом мы не услышим другие вещи. Не переживай, сестра. Какая тебе разница, какова правда моей жизни? Когда это ты делила мои горести и беды? Почему ты теперь так сильно переживаешь? Неблагодарная, неблагодарная. Не обращай внимания. Она не в настроении. Она не может забыть Османа. Дочка. Не огорчайся. У тебя будет прекрасная жизнь. Он хороший человек. Я это вижу. Он защищает тебя, оберегает, заботится. Раз нашла такого человека, то постарайся быть счастливой. Никого не слушай. Дорогая моя. Прекрасно. А значит, ты не отвечаешь на мои звонки, господин Омир? Пускай так. Я все равно тебя найду. Думаешь, ты так просто улизнешь от меня? Нет повода для беспокойства, госпожа. Источником недомогания послужила простуда. Начинается пневмония, но нам удалось сбить температуру. Мы оставим пациента в больнице еще на пару дней. А почему он все еще без сознания? Это из-за температуры и лекарств, которые ему давали. Он придет в себя через пару часов. Я еще загляну перед уходом. Вы тоже можете идти, когда ему снимут капельницу. Благодарю. Желаю скорейшего выздоровления. Спасибо. За что нам такие несчастья? Тоже мне. Привет. Здравствуй. Добро пожаловать. Здравствуйте. Добро пожаловать. Какие красивые цветы. Дочка. Милости просим, господин Джамшид. Спасибо.
Проходи в комнату, сынок. Идем. Проходи, садись, сынок. Присаживайся. Идем. Мальчик спит? Спит, но скоро встанет. Куда же мы без него? Какой сегодня ветер, правда? У нас все унесло на веранде. Да. Из-за Барея всегда так.